Тут ей дома. 21 февраля, четверг. Добрался нормально. На обратной дороге в электричке с Ярославля на Москву закончил письмо для Юли. Юлечки. Для своей любимой Юлечки, с которой в конце концов все-таки решил проститься. Да, так получилось. Предпоследний день командировки, я думал, что скорее всего мы все-таки будем продолжать какое-то, не какое-то, а наше любовное приключение, но в последний день решил, что все-таки не стоит этого делать. Да, я окончательно завершил письмо, которое вышло в 7,5 страниц мелким почерком. Сейчас я сегодня практически весь день занимался перепечаткой его в Word. Вордовский файл. И получилось 14 страниц. Ну, практически весь день, конечно. Еще я занимался чтением Шопенгауэра, так как критику «Чистого разума» я кантовскую дочитал в командировке, то вернулся к Шопенгауэру, где он критикует Канта. Критика кантовской философии – это последняя небольшая работа в первом томе его сочинений, в его двухтомнике. Сегодня начал читать. Кстати, очень интересно пишет Шопенгауэр. И становится многое понятным из Канта, то, что раньше было непонятно. То есть его комментарии для меня очень важны. Я думаю, что я еще буду читать немало книг Канта, поэтому Шопенгауэра нужно более детально изучать. Возможно, я еще раз перечитаю его первую книжку. Значит, что еще было? Сходил на обед. Ну, вообще шел не на обед, шел к Ирине, чтобы распечатать диплом. Распечатал диплом, заодно сходил на обед. Также встретился со своим приятелем Лехой, забрал у него долг. Он мне должен был 1500, который я ему недавно давал. Много с ним пообщался. Вот такие дела. Значит, ну что, состояние. Нормальное состояние. Немного грустно. Вчера было особенно грустно, когда ехал в поезде, прям лег, темнота, включил себе музыку. И там вот эта темнота, и смотрел в темноте на рельсы. Ой, чуть не плакал, прям такое состояние страдания. Но все проходит, все пройдет. Ну, тем более мы ничего не возобновляли, поэтому если вернуться к двум неделям назад, то можно представить себе, что никакой Юлечки даже и не было. Наоборот, даже хорошо, что она вернулась и послужила таким мощным источником. Я прям написал 14 страниц. Это все от чистого сердца. То есть я очень мало там приукрашивал. Ну, приукрашивал, конечно, но именно писал так, как думал. Она помогла мне во многом развить свои мысли какие-то отдельные, которые даже не были связаны напрямую с ней самой. В этом ей большое спасибо. Ну, исчезать я, конечно, не собираюсь. Если она захочет поддерживать наши отношения как дружеские, то, естественно, я ни в чем и не буду отказывать и буду с ней общаться. Ну, конечно, не так, как мы общались прошлой весной. Да и не каждый день, но все равно, в любом случае, общаться можно. Сегодня мы с ней разговаривали по скайпу немножко, но она стала писать, я решил, что переписка это все слишком долго и нудно. Позвонил, мы немножко поговорили, не знаю, поняла она, нет. Смотрела на нее, конечно, как это называется, ну, как он, выброшенный на остров. Матрос или не знаю. Ну, в общем, как человек, оставшийся один на обитаемом острове, смотрит на уходящий корабль. Последнюю надежду. Хоть как-то уплыть с этого одинокого острова. Вот так же я смотрел на Юлечку. Представляю, что завтра, отдав ей тетрадку, все изменится совершенно. Что она сама вновь хочет отношений, хочет встречаться, все хочет, что у нас столько всего могло бы быть интересного, и я раз, и все это рушу. Даже
есть в этом некоторая доля такого, как это назвать, есть в этом доля некого, не злорадства, потому что это вот, ну да, может быть, злорадство, даже подходящее слово. В общем, радуешься немного тому, что вот так сам смог сделать, и думаешь, вот, я принял такое решение, я такой бедный, несчастный решился. На самом деле, конечно, все это не так, много преувеличено, если взглянуть на это все здраво со стороны, то покажется, что это просто, ну, простая обычная игра. Поэтому нужно относиться как к игре. Я сделал такой шаг, потому что он был единственный верным. Я посчитал, что не имею права вмешиваться в ее семейные отношения, тем более давать ей какую-то надежду, рушить ее семью, зная заранее, что не смогу ничего ей предложить взамен. То есть, ну, все это в письме. Письмо я перепечатал. Думаю, что через какое-то время, возможно, его опубликую. Концовку не буду публиковать, а последние полстраницы с выводами. А вот это вот все противоречие, как от А до Б, от Б до А, все это. Снабдив небольшим предисловием. Может, пьесу возьму в качестве предисловия. Публикану. Да. А может, роман какой-нибудь напишу. Роман! Ладно, самочувствие улучшилось, приехав в Калугу, не чувствую себя уже больным. Единственное, немножко болит голова вот в этой области, где начался геморит, кстати, первый, единственный, и не повторившийся больше никогда. Не начался геморит, немножко болит голова, но это, видимо, пережиток этой вирусной какой-то болезни, которую я подхватил, обчихался весь. Но она уже прошла. Вот, все, ладно, не буду так забавно.